Люди огненной профессии, как называют у нас металлургов, со времен легендарной магнитки стоят на правом фланге трудового соревнования. Хорошо известны имена давних друзей и соперников Алтынбека Дарибаева и Егора Проскурина. Их первая встреча и первая плавка дружбы состоялись в октябре 1971 года у Проскурина на Запорожстале. И вот третья плавка героя социалистического труда Алтынбека Дарибаева и Егора Проскурина, на этот раз в Темиртау. Она продолжалась всего 38 минут вместо 52 по норме. Новая встреча сталеваров Казахстана и Украины – ответ на призыв ЦК партии еще шире развернуть знамя социалистического соревнования в честь 25-го съезда КПСС.